Всем привет! Сегодня будем готовить пиццу из яиц и тунца. Тунец должен быть в собственном соку. Значит, 2 яйца и 150 грамм тунца. Рецептом со мной поделилась моя тетушка из Новосибирска. Большое спасибо, мы сейчас будем пробовать. Это из рубрики «Вы нам советовали». Поэтому, если у кого-то есть интересные рецепты, делитесь. Я с удовольствием приготовлю и поделюсь со всеми нашими почитателями. Значит, яйцо. Тунец у меня достаточно соленый, поэтому соль добавлять не буду. Если он у вас такой более пресный, добавьте в яйца немного соли. Перемешиваем яйца. Плиту я уже включила на 180 градусов и занимаюсь приготовкой так называемого теста. Все это нужно тщательно размять и соединить. Тунец мы размяли. Если он у вас в собственном соку, вы сок как, ну, хорошо слейте. И выкладываем в форму, застеленную пергаментом. Аккуратно разравниваем, чтобы был слой одинаковый везде. И ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут. Пока наша основа пиццы выпекается, я сделаю, знаете, разные начинки. Я хочу попробовать с разными. Там классическая была томатный соус и сыр. Здесь я мелко-мелко порезала помидоры. Сейчас мелко-мелко порежу лук. Смешаю. Так? Потом у меня здесь сыр нежирный. Здесь у меня сливочный нежирный сыр. И я вот отвесила творог. В общем, сейчас мы будем оформлять пиццу. Откинула. Отвесила. Ну, чтобы жидкость ушла. Так, в общем, я выпекала 20 минут, а не 15, как мне говорила моя тетушка. И теперь я сюда как бы разные начинки сделаю, чтобы попробовать. Вот здесь мы сделаем томатный соус. Вот так. 2 ложки у меня уйдет. Это под сыр? В общем, сейчас я посмотрю, как я буду делать. Будем считать, что у нас такой эксперимент. Значит, вот так у меня будет. А, нет, я сделаю половину. Половину я сделаю томатный соус, половину помидоры. А уже сверху мы где-то сделаем сыр, где-то сделаем творог, где-то вот этот типа Филадельфии положу. В общем, вот так. Сюда на вторую половину я выкладываю вот эти помидоры с луком. У меня есть рецепт из фарша пицца. Мы ссылку сделаем. Это мне дала тоже рецепт моя сестра Галя. Спасибо большое, что вы участвуете в жизни нашего канала. Пишите комментарии, ставите лайки. Так, теперь вот этот творожок я положу вот сюда. Это для тех, кто на атаке. На атаке томатный соус можно, творог можно. Единственное, что вы не надо съедать всю пиццу за один присест, поделитесь с близкими. На эту часть я выложу вот этот сыр. Сейчас я его распределю. Так, распределила. Чем распределяла, не расскажу. И готовлю, я для себя готовлю. И эту часть я посыплю сыром. Найдете сыр нежирный 1-2% до 4. Можете смело использовать. Вы знаете, я к тунцу стала относиться уважительно после Лениного рецепта овощной салат с тунцом. Это прям теперь наш любимый. И вот здесь у меня орегано. Несколько веточек. Я вот так вот накидаю сюда. Вы можете еще острый перец сюда положить. Может быть, и сладкий болгарский перец. И черный молотый я сюда сверху насыплю. Вы наделите, может, оливки? Нет, это уже начинки, вы уже там сами будете регулировать. Здесь было просто томатный соус и сыр. Вот так. И теперь я это поставлю еще на 15 минут. Духовку мы не выключали. Так, пицца испеклась. Запах стоит такой приятный. Настоящий. Теперь мы перекладываем на решетку. Ждем, когда остынет, и будем пробовать. Итак, пицца готова. Мы сейчас отрежем по кусочку с каждой стороны, попробуем и все расскажем. Все три вкуса будем пробовать. Вкусно. Итак, блюдо вкусное, простое, несложное в приготовлении. Поэтому всем рекомендую, приготовьте
Всем пока, худейте с удовольствием.